Всем привет! Сегодня мы будем испытывать дальность полета на нашем V66. Колхозно установлена камера, чтобы вам было видно, что у нас происходит. Плюс еще нам повезло, что сегодня нету солнца. В принципе, может и без этой видно. Вот так вот буду летать. Лучше бы, конечно, с ней. Ну ладно, посмотрим. Так, ну давайте, значит, сейчас мы антенку выпрямим. Попробуем включить запись. О, не повторяйте. Полетел. Так. Там стоит GPS-трекер. Пока изображение, вот уже изображение начало пропадать. Но вот пока есть еще. Трекером мы замерим, насколько мы примерно улетим. Изображение уже не очень. Но пока летит. Так, потерял управление. Потерял изображение. Все. Нет сигнала. Значит, вот там теперь у нас он упал. Где-то. Я даже не знаю где. Сейчас мы будем делать так. Мы позвоним на наш трекер. Сейчас, секунду. Так, звоним на трекер и сейчас посмотрим расстояние и пойдем искать наш квадрик. Все, ждем теперь координаты, которые он нам пришлет. И посмотрим отсюда, насколько он примерно улетел. Но опять же, улетел он у нас, уже становится неадекватное управление. Связь у нас здесь не очень. То есть мы плохо видим, куда мы летим примерно, да? Ну где же заветная смс-ка? Так, ладно. Смс-ки нет, пойдем его искать. Будем считать с шагами примерно. Может, потом получится, смс-ка придет когда-нибудь. Вот так вот нас подвел трекер. Так, примерно туда, да? Я прошел уже 100 шагов, примерно 100 метров. Я даже не могу сейчас предположить, где он у меня упал. Но где-то там, за кустами, поэтому сейчас придется прорываться туда. Изображение вот иногда появляется, но ничего не видно в нем. Давайте попробуем дать газ. Вот я дал газа, и вот я обнаружил, что вот он где-то вон там вон висит. А, шаги не посчитал еще, допустим, почти 10. Сорок восемь, сорок девять, 150 шагов примерно до сюда. Трекер подвел, смс-ку не прислал. Но это уже становится неадекватное управление, которое теряет связь. Сейчас мы достанем его, нашего парня. Вот так вот он у нас завис. А как мы видим, с ним ничего не случилось. Полностью работает. И сейчас мы попробуем отсюда полететь и еще раз посмотреть,
теперь в ту сторону. Трекер негодяй. Мигает. Все есть у него. И GPS он поймал, и связь есть, как бы он прозванивается. Но смс-ку он нам не прислал почему-то. Так, ну давайте смотреть. Опять мы полетели. Сейчас, секундочку. Я так антенну сделаю. Мне, конечно, в экран плохо видно. Но вот мы летим, видим, изображение еще есть. Это вам не на Хабсане летать, здесь все понятно, его особо не штормит. Изображение пропало. Связь неадекватная тоже пропадает. Управление иногда теряет, иногда нет. И давайте я там сяду и сосчитаем сейчас примерно вот до нашего разрыва. Сколько метров. Давайте сначала я попробую сейчас на трекер прозвониться. Возможно, он не даст, чтобы получить более точный результат, потому что шаги мои не очень точные. Сейчас мы сделаем звоночек. Так, смс-ки нету, глючит, надо перезагружать трекер. Я его не проверял, на самом деле, перед каждым полетом проверяйте, делайте пробный звонок. Я не стал, потому что знаю, что я, в принципе, его найду без проблем. Только точность измерений мне нужна, да? Ну, примерно шаг у меня вот, ну, грубо говоря, метр. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Получается 120 метров, это его предел. Конечно, у всех поля разные. Возможно, где-то будет больше помех, где-то меньше. Но в моем поле дает 120 метров, это предел. Грубо говоря, до 100 метров, плюс-минус, да, мы можем летать. 50 метров точно. Короче, квадрик не дальний налет, как мы поняли. Даже если мы улучшим видеосвязь, мы не улучшим связь аппаратуры. Поэтому тюнинговать его я бы не стал. Побаловаться, полетать по кустам, я думаю, вполне сойдет в радиусе 50-60 метров, чтобы связь не пропала, не больше. Но как готовый FPV квадрик побаловаться вполне неплохо. Все, всем спасибо. Такая вот дальность у нас. Трекер меня подвел. Всем пока.